Итак, ребятки, сегодня Новый год, и нам вот такие подарочки пришли. Нам подарили вот такие подарочки с какими-то свертками. Вот такие, как ни странно, в черных пакетах. И вот в такой коробке. Сейчас Даша это все распакует, и вы посмотрите, что там находится. С нами сегодня, как всегда, София помогает маме распаковывать или мешает. Она может иногда кричать, так что не парьтесь. И вот так рвать все. Нет, так, это не надо пробовать. К этому черному свертку у нас две какие-то бумажки. Камера не вот, твоя. Бери, вот, вот твоя игрушка. Камера моя. Вот твоя игрушечка. Решили, что папа будет показывать и снимать, потому что Соня не дает просто этого сделать. Так, у нас здесь два листочка, и на них написано «Ручка-гнучка» и «Пельмени-доставалка». Вот такие два листка. Можем, в принципе, отдать их Соне. Держи, София. Давайте смотреть. Черный пакет. Без всякой подарочной упаковки. Так сейчас типа модно. Давай вот здесь порвем, да, чтобы. Держи вот здесь. Рвем. Держи. Молодец. Что это такое? Что это? Я просто. Можно шаманом ходить, это. Я просто, знаешь, такой, застыл в шоке. Это что, новогодний подарок? Блять, это новогодний подарок в натуре. Просто. Так, наш любимый дорогой Сергей всегда дарит только нужные и полезные подарки. Пакет уберем в сторону. Так, что мы видим? Блин, это какая-то жесть. Какой-то здесь номер написан, смотрите. Страшный номер. Просто что это такое? Где оно произведено? В космосе? Вот такая, как горшок штука. Это горшок, посмотрите. С грибами. И здесь грибы. И вот много дырок. Просто дрелью насверлено. Так, с другой стороны вот так. И вот такая массивная ручка. Этой штукой просто можно забивать гвозди, делать отбивные и убивать кого-то. На охоте животных, медведя. Просто это жесть какая-то. Здесь, скорее всего, вот это соединение, оно сделано сваркой. Это просто... Даш, посмотри сюда. Советский Союз. Даша такая... Я такие подарки не хотела получать. Так, и вот такая вот штука здесь, короче, у нас с такой ручкой, тоже совдеп, насверлена здесь у нас дрелью, вот железная такая вот штука. Так, это у нас первый новогодний подарок. Новогодние подарки такими могут быть, ну, если что. Второй вот такой огромный подарок, тоже открою его я, потому что... Если Софию Егоровну отпустить, то это будет какая-то жесть просто. Так, давайте смотреть. Так, вот такая большая коробка. Как тут подобраться? Где тут оторвать? Давай, Дарья. Разрываем. Сверху, видите, всегда оболочка красивая, а внутри просто какой-то трэш. Так. Как ты думаешь, что там может быть? Я думаю, что там какая-нибудь хрень Советского Союза. Как дополнение... В смысле хрень, Егор? Дополнение к тому, что мы с тобой только что распаковали. Давай. Что это было сейчас? Да я. Слышите? Да, Боня очень понравилась. Давай. Посмотрите на Боню, что с ним происходит, когда это происходит.
Тебе нравится? Егор, все, давай доставай. Давайте доставать. Достаем. Тяни. О, там о-го, что-то непонятное. Мне даже интересно, что там может быть. Так, давай, доставай эту непонятную кричащую штуку. Нажми, тут написано. Это курица какая-нибудь. А ну давай. Нажми. Здесь написано «нажми». Я думаю, что это курица. Я уже понял, что это курица. Давай, доставай. Сонечка, вот тебе вот это вот пакет. Нажми. Вот так. О-оу. Да-да-да. Курица! Это уходящая, вот уходящего петуха. Да. Вот такая вот курица. Так, распакуем ее получше и покажем вам. Вот такой петух с открытым ртом. Вот, лапы. И он делает у-у. Я не делаю этого, потому что вот этот просто он с ума дрожит, сходит. Он аж дрожит, бедняга. Так. Вот такая курица. Я давай дальше. Пишу. Давай я. Так. Боня. Это Боня. Боня. Это тебе подарки. Это Боня. Так, давай посмотрим, что здесь. Здесь для Бони еще три мяча новеньких. У него дома... Не знаю, давай не будем открывать. Баскетбольных. У него еще три где-то или четыре. Ну это ж новогодний подарок. У него 6 штук таких. Давай. Валяется по дому. Новогодний подарок, теннисные мячи. Молодец. Неси сюда мячик. Неси мячик. Давай. Красавчик. Так, что там дальше у нас в коробке? Давай. О, это для Даши. Смотрите, здесь написано Дзюба Д. Дарья. Она так подписывается. Так. Что это такое? Та-дам. Это шапочка. Шапочка? Бирюзовая. Теплая? Ну, какая она может быть? А ну, надень. Не хочу сейчас надевать. Ну, хоть. Завтра надену. Вот. Или, может, попозже, когда ты Соню возьмешь на руки. Вот такая вот зимняя шапочка. Мягенькая, такая классная. Такая хорошенькая. Соль, это тебе подарок такой, да? Да. И там больше ничего нет? Нет. Что тебе надо? Вот. Забрали у Сони. Вот твой чай и возьми его, поди завари. Бросила. Так, дальше смотрим, что тут у нас. Соня на вырост. Так. Соня. Вот тут еще что-то. Это... Давай, Соня, показывай то, потом это. О, какие, смотрите, башмачки. Ну тут такой большой вырост на самом деле. Это вырост. Это тебе. 24 размер. Дося, держи, это тебе. Когда подрастешь, я Сережа тебе подарил вот такие вот ботинки. Будешь носить, держи ботинки. Смотри, какие олдскульные ботинки. А будь тебе сейчас? Ты будешь как папа панкер или нет? Ну как бы вот на вырост. Вот смотрите. Это, наверное, на годика 2. Ну да, наверное. Дося. Ну ничего, они не испортятся. Будешь носить их на большой зимний носок. Опять ей что-то не нравится. Да сейчас забирают. Сони, попробуй угоди. В Сонином пакетике был еще вот такой пакетик. Здесь все понятно и ясно. Подписывайся на канал Игоза. Вот такая вот штука Игоза. Но здесь я не могу одной рукой открывать, так я снимаю. И Дарья Андреевна мне помогает. Так. Опа! Я думала, что здесь кошелек. Игоза! Кошелек? Я ненавижу кошельки, нет! Да нет, не будет здесь кошелек. Даша, пожалуйста, только не здесь кошелек. Будет галстук. Только не бабочка пусть будет, бабочка. Что там? Только бабочка, пожалуйста. Только не кошелек. Блять, что тут это здесь? Тут будет флешка тебе. Так, здесь ничего нету. Нет! Коробка пустая. Что? Мне ничего не было. Блять, что это такое? Подарок где-то едет, скоро будет здесь. Подарок где-то едет, скоро будет это здесь. Это бананка. Ну. Так а где мой подарок, блять? Что? Ну едет, понятно, что она скоро приедет. Ну, за
он? Смотрите, он мне подарил бананку, она где-то едет, заказ идет. И он мне подарил листок вот такой. Коробки. Серьезно, блядь? Ну а что он сделает, если не приехала? Коробка пустая. Ну, там еще какой-то сувенир. О, еще сувенир, смотрите, какой. Наверное, сам руками лепил. Шишку такую назолотил. И собачка такая. Студент, где мой подарок, блядь, новогодний? Вот это, что ли, мой подарок? Боня. Вот это ты мне подарил? Где мой подарок? Смотрите, что он мне подарил. Как приедет, как он тебе подарит, тогда он снимешь. Вам когда-нибудь такое вообще дарили? Это, кстати, классная идея. Я в шоке просто. Подарить листочек, на котором нарисован твой будущий подарок? Нет, но если не успевает прийти подарок... Подарить листочек. Как наша работает Почта России, то вообще тебе прям... тут все конкретно написано, что какой подарок у тебе. У тебя будет. Есть подарочек? Вот он. А у меня нет. Ну зачем ты кидаешь мою шляпу? Потому что у меня нет подарочка. Студент, где мой новогодний подарок? Я не могу понять, что сейчас произошло. Что это за листик с бананкой нарисованный? Так не пойдет. Это не по-человечески. Где мой подарок? Хочу подарок новогодний. У всех есть, у Бони, у Даши, а у меня нет новогоднего подарка. Где он? Идет там где-то. Быстро давай решай вопрос. 1-го числа жду подарок.